злой и страшный пес. Сиротинушка. Да, как в том анекдоте. Я маму съел, папу съел. И кто ты после этого? Сиротинушка. Это привезли нам с Харькова. Сказали, что он покусал новых хозяев. Причем ни с того, ни с сего вдруг. Вот. Это мы спасали раньше его. У нас есть ролик, как мы его спасали из подвала в Харькове. Не, первые дни мы боялись. Да, положено. Я до сих пор боюсь, вот намордник ему для этого купила. Намордник же на морде собаки же лезть не так страшно. Что в намордник? Он мне напоминает каннибал Электро в этом наморднике. Да у него взгляд такой добрый-добрый. Дай лапу. Лапу дай. Эл, лапу. Нет, Элай. Сидеть. Эла. Скажи мне, впадлу. Эл. На. Он поставил шейник. Страшный пес. О-о-о. Пойдем. Нравится ему трава. Пипец, как нравится. Лайка, иди сюда. Иди. Сидеть. Лапу. Дай. Нет, лапу. Да, другую. Да, лежать. Да. Собака украшенная травой. В общем, когда нам его привезли, он шугался света. Фонарик, ну, фонариком посветили на него, начал шугаться света. Ну, плюс добавок ко всему, ни с того, ни с сего сказали, что он хозяев покусал. То есть, по симптоматике, по походке, по глазам и по поведению вообще думали, что у него бешенство. Поэтому пока сидит на карантине. Вот. Ну, это он у нас уже третий день, да, получается? Да, третий день. Сидит. Угу, не сильно хочется. Иди сюда, иди ко мне. Здесь Элла немного вольер разбирал. Помочь? Иди сюда. Это он выйти хочет. Вот это ряха у тебя. Такой бы ряха метка посербать, да? Сидеть. Молодец. Сейчас принесу. Жалуйся. Расскажи, какая у тебя жизнь была хреновая. Я не знаю, что с тобой делали хозяева, а предыдущие за то, что ты их покусал. Ну, будем надеяться, что у тебя нету опухоли на голове, что ты спонтанно не будешь всех цапать. И нету бешенства маленького доброго пса. Расскажи, расскажи. Кто там? Кто там идет? Настенька идет, не идет? Вот так мы плачем и возмущаемся. Да, зайка? Ага.